первая в истории кругосветка на Буханке финишировала в октябре, а ее руководитель Александр Морозов, более известный как Саша Холодный, уже готовится к новым рекордам. Летом путешественник снова отправится в автопробег вокруг света, но на этот раз на электромобиле. Налицо, как говорится, изменения в мировом автомобилестроении, то есть реально, я думаю, в течение 10, 20, там, может быть, 30 максимум лет электромобили будут вытеснят обычный ДВС, потому что время пришло, да, потому что природу запачкали очень сильно. Верным спутником Саши Холодного станет Next Electra, электрический микроавтобус, построенный на базе «Газели». Для кругосветки увеличат емкость аккумулятора. Машина сможет проезжать на одном заряде до 450 километров. У меня есть опыт кругосветного путешествия, опыт вообще путешествия по всему миру, и маршрут разработан так, чтобы всегда была доступная розеточка. Если заряжать ее ночью в течение всей ночи, то, в принципе, достаточно любой розетки, абсолютно, 220 вольт. За 12 месяцев экспедиция пройдет свыше 100 тысяч километров через 50 стран на 5 континентах. Компанию путешественнику составят его домочадцы, супруга и 5 детей. Эта инициатива все-таки, наверное, моя, но они с удовольствием согласились, потому что они со мной часто путешествуют, во-первых, и такие опытные уже путешественники, в том числе автомобильные. И, конечно, одного бы они меня в очередную кругосветку уже бы точно не отпустили, но я бы и сам, наверное, не поехал без них точно, потому что скучать уже не хочется, хочется быть вместе с семьей. Экспедиция установит сразу 2 мировых рекорда, как первая кругосветка с многодетной семьей и на электромобиле.